Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня десяточка, очередная порция плюх, очередные прокачки. В общем, забрала такой вот пак за пятюню ради кулачков, ради молоточков. Говорю ради кулачков, не ради палочков, ради молоточков и значков почета, которых нам надо будет дофигища для эволюции героев, которые мы будем скоро сделать, когда, ну, соберем, скажем так, большинство героев. Такс, поехали посмотрим, что у нас интересного есть. Такс. Ну, эти все герои у нас есть. Махатма есть, Фрейя. Мы этих уже всех получили. Не продают они сваленные еще. Дороговато они за него хотят. Вот, ничего себе, отличный пак. 10 эмблем. Книжечки. Скин на свален. А вот, посмотрите, нифига себе. Космо за десятку, Роза за десятку, скинь и 600 на пол алтаря сразу же на прокачке. Нехило так, нехило, нехило. Так, что еще интересного? Скин этот у нас есть. 2,6 ляма продают уже кулаков, отлично. Растем, растем, ребятушки. Так, восьмерочки. Ну так, ничего, 40 этих. Свален целый. За сотку толкают. Жлобы, короче. Так, что у нас тут есть? Хрустальный. С картами. В принципе, можно сейчас попробовать будет половить недостающего героя. Так, и что у нас тут? Поехали, попробуем затащить. Хотя бы первое. Сможем, не сможем, интересно. Затащили. Надеюсь, он не апнется. В принципе, здесь не должны. Ничего себе, целых три сама. Ребятушки, отлично. Так, окей. Давайте попробуем забрать. В общем, самое топовое отсюда я уже показывал. Это собрать можно. 9 минут. Космический храм. Собрать полностью скин. Ну, карты такое себе. А, здесь живы нету. Посмотрите, что у нас на. У нас на русском дают. Нифига себе. Здесь дают выживание. Ну, интересно, интересно. Мне самому стало интересно. Неужели у нас наконец-то что-то более интересное? Жесть. Так, надо срочно, пока не поменяли, а то такое может быть. Вот здесь ожива, это реально топчик, ребятушки. Поэтому отрываемся от десяточки. Надо быстренько фармануть. То мало ли потом скажут, такого не было. Я уже писал раз в техподдержку и сказали, все зависит от каждого сервера. Ну, странно, странно, что на английском не дали. Обычно на русском ничего не додают. Такие вещи надо забирать. Так, 62%, отлично. Такие вещи надо сразу же. Ай! Это нам надо было подземки. Вот я нуб. Нубас, короче. Отлично, забираем. Короче, отлично. Ожива, это топчик. Окей, поехали на донатный аккаунт обратно. Это было, ребятушки, рекламная пауза. Такс. Такс. Ну, блин. Странно, очень странно. Ладно. Окей.
Что у нас по плану? Поехали, попробуем паролить недостающего героя. У нас, как обычно, Гаргул, Валька, Влад Дракула недостающий, Триант Дрейк. Ну и с Валентом. Ну, в основном, короче, у нас такие герои. Не особо топовые, но надо им их 100% нам достать. Так, Седна. Укротитель. Вот, укротитель, по-моему, у нас был, если я не ошибаюсь, я его достал уже. Сейчас глянем. У, есть. Еще один недостающий, отлично. Поехали, надо еще. Череп. Огонь, ребята. Второй герой, нифига себе. Вот это нам прет. Плюс два героя. Давайте еще. Давай еще. Гаргул третий. Офигеть, вот это сыпет недостающих. Обалдеть. Я, честно говоря, сам в шоке. Третий, ребята. Третий и за сколько самов? Мы там фигню паролили. У нас тут еще, кстати, есть... Ну, 27. Вообще огонь. Сейчас, давайте... Ну, давайте еще попробуем. А вдруг пойдет? Три героя уже есть. Хранитель. Нам бы дерево. Пампкин Дюк. Тыковка. Ну, рандомчик, давай. Чё, всё? Бульдозер, ребятушки, это еще один. Четыре героя. Четыре недостающих героя там за десятку где-то у нас получилось. Обалдеть. Супер. Донатный остался Дракос. Ну, поехали, короче. Поехали, открываем их. Сейчас позабираем еще плюшечки. Такс. Гаргул. Обалдеть. 4 плюс 4 недостающих. Вот реально, их очень сложно достать. Чем больше у тебя героев, тем сложнее их достать. Недостающих. Можно было бы ждать, когда их будут продавать, но... Я считаю, 10к за 4 недостающих героя, это вообще топчик. Так, отлично. И кто там у нас еще был один? Укротитель. Обалдеть. Такс, поехали посмотрим. Сразу заряжаем его на десяточку. Можно ему каменку поставить. Так, отлично. Череп. Утекание, нифига себе, просто кайф. Давайте купим. Так, этих двадцатку. Отлично, все ровно, четенько. Супер, следующий. Просто как, знаете, как читерный подбор. Жесткая пруха. Так, не, ладно, Бехрлева мы ставить сюда не будем.
Давайте что-то такое интересное на горгулочка надо. Вот оживу можно качнуть. Потом скин получим. Будет что-то интересное. Все равно эмблемами поставим. Пусть будет пока такое. Переролим надо будет. Так, укротитель. Ну, здесь понятно, здесь надо будет ловить раскол для либо замедления. Пока поставим так. До архи, думаю, мы переделаем его еще. То, как не надо тратить таланты и качать. Так. Все, вроде всех. Всех качнули. 77 героев, ребят. Осталось еще, по сути, фигня. Минотавр донатный, Дед Мороз, Свалин, Дракос, Дед. Ну, короче, такие герои, которых можно будет получить. Обалдеть. Такс, давайте позабираем. Мы сделали трату. Забежим в хрусталку, заберем плюшки эти. И сейчас пооткрываем сундучки. Сейчас, может, кстати, с карты вытащим, попробуем. У нас будет немножко карт. Может, с карты нам повезет вытащить. Короче, теперь следующая задача забирать скины. Нам надо очень много скинов. Для последующих прокачек. Окей, отлично. Собрали. Забираем плюшки. Бум. Вот так вот. Ремочка, куча плюх. Поехали, будем открывать. Будем пробовать. Давайте так, давайте карту. 4 героя у нас есть. Валька, пятая. Огонь, ребята. Просто огонь. Все, что надо, есть, короче. Как по заказу. Плюс 5 героев. Жестко прет. Валя, добрый вечер. Добрый вечер, Валентина. Отлично. Давайте еще эту карту заберем. Вдруг повезет. Так, окей, есть. Юзаем. Поехали. Бум. Так, это у нас есть. Это нам не интересно. Еще карты. Давайте пооткрываем изначально сундучки, а потом пооткрываем карты. Третьи трогать пока не будем. Отлично, смотрите, как талантики падают. Так, ну-ка давайте. Опа! Есть ремочка еще одна. Есть еще одна восьмая. Огонь. Супер. Вот это я, за это я люблю. Так, Анубис, Рино. Давайте эти. Паладин. Так, ну дайте дерево, блин. Есть, ребята! Обалдеть! Обалдеть просто! Сколько у нас там было? 73. И вот смотрите, как жестко прет нам на героев. Просто жесть. Просто вау! 73, 79 плюс 6 героев. Вот так вот. Вот такая вот десяточка. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите следующих видосиков. Всем удачи, всем пока.